Сейчас инициирована программа республиканская в Татарстане. Выделены государственные средства для создания теннисного центра, для создания источника подготовки сборных команд. То есть мы готовим уже членов сборных команд России. И отобраны дети со всех городов Татарстана, там и Оленегорск, там Набережные Челны, сама Казань. Сформирована команда. Нам предложили посетить данный вот центр. Это сделал председатель тренерского совета Жуков Геннадий Кимович. Он отвечает за это мероприятие, за этот проект «Казань». И это очень поможет нам, потому что мы будем знать, что делать с детьми. В итоге-то это дети. Мы понимаем, что делать на данный момент с ними. Вот когда они в нагрузке, то ли нам ее нужно снять, то ли мы ее должны добавить, но мы можем ошибиться, не зная вводных данных. Это огромная почетная миссия, которую доверили именно нам с вами, лаборатории спортивной медицины и физиологии «Гераклеон», оценить, насколько адекватно организм спортсменов воспринимает тренировочную нагрузку и какие рекомендации мы могли бы дать им для того, чтобы, во-первых, они не форсировали ход подготовки, для того, чтобы они восстанавливались вовремя, для того, чтобы они питались правильно, то есть по всему спектру факторов, от которых зависит подготовка спортсмена. Те технологии, которые мы сегодня использовали, они как раз нацелены на то, чтобы не только оценить, как их организм отреагировал на эту завышенную предельную нагрузку, но еще в основном определить перспективу этих спортсменов, да, то есть если мы говорим, что они перспективны, да, по специальным физическим тестам, которые им проводили с марта месяца, я видела все отчеты, безусловно, у них прирост результатов есть. Но в детском возрасте есть особая специфика, то есть внутренние органы у детей, они не успевают за физическим развитием, и поэтому здесь необходим контроль функционального состояния. Собственно говоря, что мы сегодня и делали. Вплоть до того, что использовали очень уникальную технологию, я очень как бы горда, что это отечественная разработка, которая... Мы как специалисты тоже приложили руку, то есть мы у них оценивали по рисункам на пальцах, да, дерматоглифика и генетическая предрасположенность вообще по характеру, по темпераменту, по направленности к соревновательной деятельности, по тому, как они могут вести игру, по тому, как проводили психологические тесты для того, чтобы оценить, какие термины и слова тренер может использовать в тренировке, а какие конкретному спортсмену говорить совершенно нельзя.